Видеоигры – любимое занятие множества людей по всему миру. Если у вас есть талант, страсть и драйв, чтобы посвятить свою жизнь видеоиграм, то вы бы могли найти себя в следующих профессиях. Представляем вам топ-8 карьер для геймеров. Художник видеоигр. Каждая новая игра требует создания персонажей. Вот здесь и потребуются услуги талантливого художника. Его задача – придумать и нарисовать персонажей с нуля. Главное, чтобы внешний вид героев погрузил геймера в атмосферу видеоигры. Освоение вами художественных талантов для создания игровых персонажей сможет принести около 50 тысяч долларов в год. Аудиопрограммист. Аудиоинженеры несут ответственность за запись музыки в игре, звуковых эффектов и голоса за кадром. Аудиопрограммисты работают не покладая рук, чтобы создать идеальную атмосферу на протяжении всего игрового процесса. Некоторые из самых опытных аудиоинженеров зарабатывают 100 тысяч долларов в год. Следующей в нашем рейтинге является карьера писателя. Каждая новая игра требует своего сюжета. Вот здесь и требуются услуги писателя, который должен создать интересный и захватывающий сюжет. Он также несет ответственность за всю документацию, которая поставляется с игрой. Лучшие игровые писатели зарабатывают до 200 тысяч долларов в случае успеха игры. Дизайнер игры. В то время как художник создает внешний вид персонажей, он также должен нарисовать окружающую среду, в которой будут происходить действия игры. Программист игры. Если у вас есть сноровка для кодирования, а также любовь к видеоиграм, вы бы могли стать игровым программистом. В то время как художники и дизайнеры создают персонажей и окружающую среду, задача игрового программиста – сделать этих персонажей контролируемыми. Он также создает искусственный интеллект, который делает взаимодействие с неигровыми персонажами как можно более реалистичным. Производитель игры. Как продюсер, вы поставите свою любовь к видеоиграм в центре внимания. Хоть вы и будете иметь дело со скучной офисной работой, связанной с бюджетом и управлением проектами, вы также будете иметь влияние в игровой индустрии. Успешные производители могут сделать от 50 до 100 тысяч долларов на одном проекте. Тестер игры. Преимуществом этой профессии является более ранний доступ к самым последним новинкам в игровой индустрии. Однако вам придется раз за разом проходить один и тот же момент в игре, чтобы выявить присутствие разнообразных багов. Профессиональный игрок. Вы определенно можете заработать кучу денег, просто играя в любимые игры. Однако вы должны быть невероятно талантливым геймером, чтобы заработать сотни тысяч долларов на разнообразных турнирах.